Физкульт, привет! Это «Спортивная среда». Дежурная по эфиру сегодня Наталья Гутарина. Начнем, как всегда, с отличных новостей. Воспитанники Ивановского пейнтбола вошли в состав национальной сборной по этому виду спорта. Шанс представить регион на чемпионате мира получили двое – Екатерина Букина и Евгений Захаров. Их выбрали из десятков претендентов, как самых перспективных спортсменов страны. Мы съездили со своей командой «Русский Манчестер» и заняли 4-е место. И в процессе этой игры тренер сборной России смотрел на других игроков, которые уже отбирались, и сделал какие-то свои выводы и взял меня в сборную России. Я шел к этому, наверное, год, усердно тренировался. Повышал свои физические навыки. То, что отобралась я, это не только моя заслуга, это все мы вместе, то есть включая и нашу женскую команду «Город невест», и «Русский Манчестер», все составы, то есть и, включая основной и старший, и подрастающее маленькое поколение, которое вот у нас РМчики, там тоже, кстати, есть девочки. Вот, все мы вместе, вместе с нашим тренером, с президентом Федерации пинбола. Все мы пришли к этому. Чемпионат мира пройдет в конце сентября в Нидерландах. До соревнований осталось чуть больше месяца. Тренироваться спортсмены на первых порах будут в Иванове. А так как в пейнтболе тактика играет не меньшее значение, чем физическая подготовка, значительная ответственность ляжет на тренера ребят. У нас есть определенный план тренировок. Ребята тренируются систематически чуть ли не по 3 раза в неделю. Сейчас это уже будет рассматриваться индивидуально, кому что будет не хватать, потому что разная подготовка, что у Екатерины, что у Жени. Поэтому тут надо индивидуально будет подбирать отдельную тренировочную программу. Спорта много не бывает. В Иванове полным ходом идет реконструкция уже существующих спортивных объектов и строительство новых. Подробнее о самых ожидаемых ивановцами проектах в репортаже. Самая долгожданная спортивная стройка региона. Возведение дворца игровых видов спорта в начале лета продолжилось после долгого перерыва. В настоящее время выполнена черновая отделка первого этажа. Подрядчика переориентировали с отделочных работ на подведение коммуникаций, вентиляции, сети отопления, тепла и электроснабжения, чтобы зимой, не теряя времени, заняться внутренними работами. Пока сейчас ведутся работы по заливке полов, установке перегородок, по штукатурке, по инженерным сетям. Вот все эти работы организованы. И мы в ноябре 2020 года будем выходить на завершение строительства этого объекта. На стадионе «Автокрана» этим летом большая реконструкция. Отремонтировали кровлю, вставили пластиковые окна, сделали косметику. Запланированные на этот год работы на стадии завершения. Но преображение стадиона на этом не остановится. Мы обязательно отремонтируем и большой спортивный зал. Нам необходимо продолжить замену оконных блоков. У нас в планах ремонт кровли в большом спортивном зале. Конечно же, не останется без внимания и ремонт поля. В настоящее время, на следующий год, мы уже понимаем, что мы будем ремонтировать хоккейную коробку, которая находится в уличной части спортивного комплекса. Скоро спортплощадки будут в каждом районе. В Иванове планируют установить современные спортивные площадки на территории 4 школ – 14, 28, 41 и 63. Ремонтные работы начнутся буквально вот уже со дня на день, все предыскательские работы. Предполагаем, что ремонтные работы будут завершены к 4-му кварталу текущего года. Стадион «Локомотив», где сейчас тренируются воспитанники спортшколы Олимпийского резерва «Текстильщик», тоже ждет перемен к лучшему. Здесь решено установить теплое поле, чтобы юные футболисты могли играть в любую погоду. Это даст возможность продлить сезон детских соревнований и учебно-тренировочной работы школы практически на 3 месяца. И можно уже будет заниматься на этом поле практически с марта до по декабрь включительно. Это очень и очень важно. Ну, я думаю, при необходимости здесь будет тренироваться и основная команда области, футбольный клуб «Текстильщик», тем более, что на протяжении долгих лет команда «Текстильщик» базировалась здесь, на стадионе «Локомотив». Также в ближайшее время под стандарты футбольной национальной лиги будут подводить стадион «Текстильщик». По предварительным подсчетам, это обойдется бюджетом области и города в 16 миллионов рублей. Чтобы стадион соответствовал всем требованиям, потребуется заменить покрытие поля, информационное табло, напольное покрытие трибун, отремонтировать помещение раздевалок. Официально сроков не называют, но с высокой долей вероятности можно сказать, что в этом календарном году на родном стадионе красно-черные не сыграют.
Однако от этого следить за первенством страны среди команд ФНЛ не становится менее интересно. На минувшей неделе красно-черные провели два матча. 14 августа в Москве одержали верх над «Спартаком-2» со счетом 1-2. Но 18 августа уступили лидеру турнирной таблицы клубу «Торпедо» 3-1. Сейчас красно-черные занимают 17-ю строчку таблицы первенства. В их копилке 8 очков. Следующим соперником текстильщиков ФНЛ станет клуб «Чайка». Матч состоится в воскресенье, 25 августа. А пока ивановцы включаются в кубковое противостояние. 21 августа за право пройти в следующий тур текстильщик сразится с ярославским «Шинником». С этой командой ивановцы не так давно встречались в рамках первенства «Олимп» ФНЛ и сыграли на равных со счетом 1-1. Чем завершится дерби «Золотого кольца» на этот раз, узнаем совсем скоро. Верим в команду. На этом у нас все. Будьте в курсе, будьте в спорте. Пока-пока.